Здравствуйте, уважаемые участники онкологического форума «Белые ночи». Главный враг рака – это раннее выявление, говорит главный онколог Российской Федерации Каприн. Проблема онкологической заболеваемости во всем мире имеет огромное медико-социальное значение, так как именно онкологическую заболеваемость и смертность населения считают индикатором благополучия. Для решения этой проблемы необходимо привлечение общественного внимания как к проблеме онкопациента, так и к самой проблеме рака в стране. Одна из первостепенных задач – выявление болезни на ранних стадиях, а это зависит от информированности населения о проблеме, от доступности обследования у специалистов. Общественная организация ВИТА была создана как волонтерская изначально, объединяет женщин, столкнувших с проблемой рака молочной железы, создана по инициативе врача Белобородовой, сама перенесла она заболевание молочной железы при поддержке Калининградской врачебной ассоциации, а также при поддержке доктора медицинских наук Евгения Владимировича Демина и кандидата психологических наук Валентины Алексеевны Чулковой, создателей первой пациентской организации в России «Надежда». Начав работать как группа поддержки, участники ее учились на ходу. Что делать, как делать, чем помочь, каковы главные проблемы. Главными проблемами оказались у членов организации ВИТА, как и у всего населения, полное отсутствие правдивой информации о проблеме рака. Но все знали, что эта болезнь смертельная, и считали правдой все то, что мы сейчас называем мифы о раке. Отсутствие понимания о своей болезни и о самом процессе лечения. Отсутствие любой психологической поддержки и реабилитации. Чувство страха за собственную жизнь и будущее свое и своих близких и многое другое начали регулярные занятия школы жизни с болезнью и клубные встречи. В апреле 2003 года инициатор создания организации Белобородова и руководитель ее Чашина посетили Санкт-Петербург по приглашению и ежегодную конференцию организации «Надежда», волонтеры которой проводили большую психологическую поддержку больных раком молочной железы в течение уже 10 лет. И в июле того же года Белобородова и Чашина в составе группы врачей Калининграда в течение 10 дней в Берлине изучали работы немецких врачей в Центре мировой медицины Шарите, познакомились с оказанием помощи женщинам с раком молочной железы. Воочию увидели, узнали о возможности сохранных операций, проводимых на ранних стадиях заболевания. Мечта о главном и на долгие годы появилась у нас. Вернувшись из Берлина в Калининград, задумались, как добиться диагностики рака молочной железы на ранних стадиях, если в городе всего 2 маммографа, а женщины не задумываются о необходимости регулярного обследования. Уже к октябрю 2003 года мы подготовили проект программы по Калининградской области «Сохранение здоровья и жизни женщины. Проблемы рака молочной железы». Главная цель проекта – создание маммологического центра в Калининграде, куда женщина могла бы свободно прийти, обследоваться у гинеколога и маммолога, сделать УЗИ или маммографию. Представили этот проект в Управлении здравоохранения, там его одобрили. Да, очень нужен такой центр, но пока денег нет, нет и помещения. В 2004 году была сформулирована миссия организации, и мы уже знали, что делать. Миссия наша – это увеличение продолжительности жизни с хорошим ее качеством у женщин с онкологическими заболеваниями груди и других органов репродуктивной системы. Два главных направления – реабилитация – это помощь женщинам после операций и всех других видов лечения, создание условий для комплексной и, в первую очередь, психологической поддержки и реабилитации, возвращение их к полноценной жизни, обретение уверенности в завтрашнем дне. Профилактика родилась несколько позже, когда на одном из занятий женщины сказали: «Мы не хотим, чтобы наши дочери и внучки перенесли то, что прошли мы». Повышение информированности населения включает в профилактику о проблемах рака молочной железы и других онкозаболеваний, привлечение общественного внимания и внимания представителей власти к проблеме онкозаболеваний, значимости профилактической работы, доступности обследования, главной целью которого является раннее выявление болезней, когда возможно излечение. К этому времени ВИТА была интересна многим.
так как тема онкологии была актуальной. Нас приглашали на радио, брали интервью. Достаточно было информации о работе ВИТИ в региональных печатных изданиях. С пониманием и одобрением к работе организации относились губернатор, руководство органов здравоохранения и социальной политики. Руководители ВИТИ неоднократно приглашали на мероприятия, где заслушивались вопросы состояния онкологической помощи в области. Встречи и круглые столы с главными штатными специалистами, выступления в областной думе и общественной палате. Мы всюду говорили о низком уровне доступности обследования в онкологии. Не принимало нас только руководство онкологического диспансера. Но перелом наступил в 2004 году, когда при поддержке Голландского благотворительного фонда ВИТА провела конференцию для врачей первичного звена и трехдневный тренинг волонтеров. В апреле состоялась вот эта конференция «Роль врача первичного звена в выявлении ранних форм рака молочной железы». Главным докладчиком, ведущей была профессор Смирнова Илья Алексеевна, доктор медицинских наук, руководитель группы врачей по лечению этого заболевания в Обнинске, а также главные специалисты региона, психолог, представитель управления здравоохранения. В число слушателей были онкологи из онкодиспансера. Мероприятие прошло интересно и успешно. А в июне месяце по нашему приглашению приехала из Петербурга Чулкова Валентина Алексеевна. Она познакомилась с работой ВИТИ и в тот же день для психологов и врачей разных специальностей провела лекцию в Центральной городской больнице «Психологическая поддержка больных с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями и при критических состояниях, синдром эмоционального выгорания врачей». И состоялся первый тренинг волонтеров. Он проводился в течение трех дней. Главным руководителем была Валентина Алексеевна Чулкова, тренерами были областной психотерапевт Хетцена и семейный психолог Габиги. Тренинг прошел очень интересно, эффективно. Подготовлены из числа женщин, перенесших заболевание, 10 волонтеров, с которыми уже можно было начинать работу по принципу «равное равной», а также совместно с врачом организации проводить информационно-просветительскую работу на встречах со здоровыми женщинами. В июне 2004 года положено начало дружбе и сотрудничеству с эльблонгскими амазонками, где мы получили большой опыт в работе по реабилитации и понятие о паллиативной медицине. Приняли участие о выезде врача и волонтеров польских на встречу с женщинами села. А в октябре 10 человек из ВИТИ приняли участие в марше против рака в Эльблонге. В последующие годы проведено много совместных трансграничных конференций, семинаров, тренингов на разных территориях. Это было взаимное обогащение опытом и знаниями. Задачи поставлены. В последующие годы делегации от ВИТИ ежегодно были участницами различных общероссийских и международных мероприятий, связанных с проблемами онкологии. Всегда учились. Четко выделились в работе основные направления. Первое – это комплексная реабилитация, ради чего создавалась организация. А потом появилась просветительская работа со здоровым населением, направленная на знание факторов риска, своевременное обследование и выявление болезней на ранних стадиях, в том числе в сельских районах. Проводились все занятия с участием волонтеров. И, конечно, пропаганда здорового образа жизни. Непрекращающаяся работа, требование открытия диагностического маммологического центра, доступного для всех женщин, и начали работу по организации доступности паллиативной помощи всем нуждающимся в ней. Просветительская работа проводилась очень широко на разные темы. Это здоровье женщин и онкология, и здоровье женщин родом из детства, здоровый образ жизни и многие другие. А целевыми группами были взрослое население Калининграда и муниципалитетов, студенты и старшие школьницы, воспитательницы детских садов, читатели библиотек и другие. Просветительская работа проводилась и выездная, в поселки и города. Вот поселок Рыбачий, город Полесск, город Гвардейск, деревня Кубановка. А справа на снимках наши волонтеры, которые выступают перед населением, убеждаю, что нужно обязательно обследоваться. Волонтерам доверяют больше, чем врачам,
потому что волонтеры перенесли, они знают, о чем говорить. Просветительская работа с молодежью проводилась в разных формах. В школах, в юношеской библиотеке, в поликлинике. И участвовали наши волонтеры в онкодозоре. Просветительская работа под флагом ВИТА очень активно проводилась и проводится в массовых региональных акциях здоровья, форумах, выставках. Везде они были впереди, наши волонтеры, беседовали, рассказывали о том, как вести себя, и распространяли просветительскую литературу. Регулярно работают школы. Школа жизни с болезнью – это внутреннее для членов общественной организации. А школа пациентов работает в библиотеке городской. Она для пациентов, родственников здорового населения. Работа школы пациентов 2018 года на форуме сообщества северо-западного региона получила высокую оценку Общественной палаты Российской Федерации. Проект был представлен и на итоговом форуме в Москве. А руководителю организации представлена возможность рассказать о работе ВИТы президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Для просветительской работы издаются значительными тиражами брошюры, памятки, листовки как по реабилитации, так и по профилактике. Средства массовой информации никогда не обходили стороной ВИТу. С первых лет работы организации было много информации в местной печати. Регулярно приглашают по сей день на радио, телевидение. Снято много видеороликов, также разными компаниями. В телепрограммах принимали участие волонтеры организаций, в том числе и с рассказами о своей истории. О жизни и работе коллектива с участием волонтеров снято 4 видеофильма. Один из них – работы общественного телевидения России – 2016 года «ВИТа – это жизнь» многократно показывали по России. Все эти работы направлены на развенчание мифов о раке и призывают к пониманию того, что моя жизнь в моих руках. Исполнение мечты. 13 лет с 3 по 16 год не давали мы покоя в регионе всем губернаторам, министрам здравоохранения, областной думе, общественной палате, Народному фронту, средствам массовой информации, общественным советам по делам инвалидов и по защите прав пациентов. И свершилось. Идея нашего проекта мамологического центра в руках нового главного онколога, ныне это министр здравоохранения Кравченко, превратилась в проект современного центра женского здоровья. А при поддержке губернатора Антона Алиханова центр был создан, оснащен классным цифровым оборудованием экспертного класса и открыт через полгода, 10 июля 2017 года. Прием к специалистам без направлений по ОМС. Кроме патологии молочной железы, есть кабинет патологии шейки матки. И вот первые 2 года работы Центра здоровья показал эффективность профилактических обследований. За 2 года без нескольких человек 18 тысяч женщин прошли профилактические осмотры. И у них выявлено инвазивного рака 261 случай. Это 1,5% от осмотренных. Пришли здоровыми, а у 1,5% оказалось заболевание. Рак молочной железы выявлен в 168 случаях. Заболевание органов малого таза – 93. Из них рак шейки матки – 66 случаев. Если говорить по стадиям, из 168 раков молочной железы первая стадия в 22%, вторая в 53,6%. Общая доля первой и второй стадии 75,6%. Но третья и четвертая есть. Они составляют 24,5% фактически. И получается, что женщины пришли здоровыми, а почти у 10%, 9,5%, обнаружены запущенные раки молочной железы. То есть есть над чем работать. Рак шейки матки 66 случаев, вот на первой и второй стадии это 95%. С первых дней работы Центр женского здоровья оказался очень востребованным. И правительством региона он, это воспринято как сигнал к продолжению. За неполных 3 года к имеющимся 22 маммографам
которые были оборудованы в ЦРБ, приобретен мобильный кабинет для женщин в составе медицинского автопоезда. Там маммограф, УЗИ и приемы врачей. Регулярно выезжают в дальние поселки региона. Открыто 3 аналогичных первому центра женского здоровья. На востоке области, в городах Черняховске, Гусеве, Советске. А 29 февраля 2020 года на самом восходе пандемии открылся 2-й центр женского здоровья в Центральной городской клинической больнице. На сегодняшний день в регионе 5 центров женского здоровья стационарных, 1 мобильный. Все они работают в рамках ОМС без направлений. Работа продолжается. На фоне пандемии в связи с прекращением всех групповых занятий по реабилитации и профилактике работа проводится онлайн. Волонтеры групп поддержки активно помогают при возникновении проблем членам организации, продолжают работу телефон горячей линии, приходят звонки от новеньких, которые прооперированы в последние 1-2 месяца. Они получают при необходимости советы по телефону или тоже через интернет. Провели интернет-анкетирование на тему «Что вы знаете о раке молочной железы?» И ждем, когда вновь начнем работу. В работе ВИТы апогеем в привлечении общественного внимания к проблеме профилактики рака стали марши против рака в Калининграде. Ежегодно, начиная с 2012 года, проведено 8 таких маршей. Как правило, во главе колонны мэр города, член регионального правительства, врачи. Это праздник жизни, это праздник надежды. Вместе мы победим. Спасибо за внимание.